Уже 2 недели партия «Единая Россия» ведет прием документов от желающих принять участие в выборах в сентябре и пройти партийные праймерис. Сегодня первые заявления рассмотрел и организационный комитет. На сегодняшний день о своем желании принять участие в выборах и праймерис «Единой России» заявили 6 кандидатов. Они подали необходимые документы в региональное отделение. Решение о включении их в списки для участия в предвыборном голосовании будет принимать организационный комитет. Прием заявлений от потенциальных кандидатов продлится до 8 мая. Мы проводим его по первой модели, то есть любой член партии, сторонник партии, а также любой гражданин, не состоящий в другой партии, может принять участие в предвыборном голосовании и, собственно говоря, проявить себя, показать, поучаствовать в дебатах, во встречах с избирателями. Также соискатели на выдвижение от «Единой России» в депутаты Думы Великого Новгорода не должны иметь судимости и счетов за рубежом. Голосование за претендентов пройдет 3 июня, причем по открытой модели. То есть выбирать между кандидатами смогут не только единороссы. С сегодняшнего дня и до 27 мая пройдут внутрипартийные дебаты. Сами же выборы в Новгородскую городскую думу состоятся 9 сентября. В этот же день пройдет голосование за кандидатов в Совет депутатов Старой Руссы. Также в регионе будут выбирать глав 4 сельских поселений и 1 городского.